Увидев добро, я плачу добром. Увидев зло, я плачу добром. И вот это моя миссия, чтобы оставить яркий след в жизни. В культурно-досуговом центре «Заречье» открылась выставка произведений Виктора Демьянчука «Русь православная. Старец Илий». Заслуженный художник обратился к евангельской теме много лет назад. Поездка в Оптину пустынь дала новый виток в развитии его творчества. Картины обрели высокую духовную наполненность. Теперь они больше напоминают о силе веры и стойкости духа. Это своеобразный современный взгляд через современных святых на выдающиеся иконы произведения Русской Православной Церкви. Все творчество Виктора Демьянчука пронизывает любовь к России, истории, природе и, конечно, людям. Его неуемная энергия и желание сделать мир ярче заряжает окружающих, почитателей таланта и друзей, которых, к слову сказать, немало. В этот день поздравить художника пришли те, кто все эти годы шел с мастером рука об руку. Он, знаете, человек очень особенный. Он скромный и в то же время чрезвычайно энергичный человек. Вот, знаете, он из тех людей, которые сами творят энергию. В честь маэстро прозвучали поздравления. Для него исполнили любимые песни и даже посвятили оду. Виктор Борисович прошел долгий путь от молодого мастера до заслуженного художника России и члена-корреспондента Академии художеств. С его именем на Зареченской земле связывают появление памятников и даже строительство православного храма. Его работы широко известны. Они представлены в музеях и частных коллекциях России, США, Италии, Германии, Франции, Болгарии и других стран. Но Виктор Борисович воистину русский художник. Я старался быть предельно честным, искренним и благодарить Господа, что я встретился с этими людьми. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».